Привет, мои хорошие! Хочу вам показать, что мои перцы уже краснеют. Несмотря на то, что солнца вообще практически у нас нету, то есть какая вот стоит погода, такая есть, перчики краснеют. Вот. Теперь у меня конусный перец покраснел. Вот этот вот начинает уже краснеть. Сейчас я вам покажу, что вот тут вот у меня оранжевый перчик, представляете? Это еще конусный перец. Остальные у меня зеленые все, потому что они практически недавно только выросли. Еще хочу сказать, смотрите, вот этот вот оранжевый, он у меня вот такой вот большой, да? А вот если стоит от окошка, от светлого места далеко, то он вот такой вот малюсенький получается. Вот такие у нас обстоят дела. Здесь вот желтеет. А здесь вот просто растут. Зеленых тоже достаточно много. Но вот я еще раз говорю, несмотря на то, что солнышка нет, они зреют сами по себе. Так вот как-то неожиданно. Нет-нет, там бац и созрел. Вот. Все, мои хорошие, всем пока!